Традиционное организованное шествие бессмертного полка в 2023 году проводить не планируется. Организаторы решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня россияне чтили память героев. В акции смогут принять участие автомобилисты. Им предложили разместить празднично украшенные портреты ветеранов на заднее или боковое стекло авто. Также организаторы предложили всем желающим прикрепить фотографии героев своих семей к одежде и не расставаться с ними в течение всего дня. В 2020 и 2021 годах бессмертный полк проводили в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.